Такая 30. Чуть-чуть не хватило. А там что? А? Ну, да ничего, дорога. А что ты упал, кстати? А? Что упал? Камни подкинуло. А, камень уже тут. Блин, я за тобой затормозил. Короче, тут опасненько, я тебе скажу. Ну понятно, тут камни. Тут естественно. А что, я траверса не залезу? Не знаю. Я вниз скачусь. Тут вон камни везде. Ого, ты даешь. Да я понял. Не залезешь? По-моему, нет. Ну спускайся тогда. Антоха на горе мучается. Блин, его не видно, пацаны, наверное, в камеру. Но высоко забрался. Горка вообще такая ядреная. Куда-то поехал, не могу понять, куда он. В лес какой-то. Все, забрался на горку, выскочил. Тебе помочь? Сейчас, погоди, я поставлю.
снял, что ли? Быстро. Она наверху уже. Да, 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 это конные тропы искать, под ним подниматься. Там камней нет. А так ломить, блядь, она вроде хорошая, но вот эта херня. Куда я могу удариться вообще? Я-то заехал, но трэш-то не снял. Вот такие горы. Защиту картера погнули. А, вон мота. Защиту руля погнули. Антох! Ты чё там? Чё завис? Пошли! Загнал меня в такую херню и сидит, главное. Короче, вообще, гора, ну, наверное, бля, 16 этажей, как минимум. Даже не тихо, что ли. Давай, давай, спортсмен. Чуть-чуть осталось.
Поехали обратно. Сейчас я там развернусь. А там есть развернуться где? Нифига залетели уже на какую высоту. Жесть. Знаешь, что хреново, очки у меня маленько темноватые. А, у тебя без прозрака? Ну, темнят прям. Понятно. Это вообще стрёмно. В пасмурную погоду вообще стрёмно. Европа. Так, ну что, погнали? Ну да, потихонечку. Не погнали, а потихонечку. Без разгона. Ух, блин, страшная тропа.
постановка вопроса, пацаны. Очень херово. Срабатываешь, альпиниста. Антох, прикинь, где можно было заехать нормально, по-человечески. Просто до самого верха бы заехали и все. А мы там падали, корячились, мотоцикл били, ё-мо. Вон там справа съезд.
Ты уверен, что там съедешь? Тут слезем? Давай, можно вон туда проехать, что так. А тут высоко, по-моему.
Вот такая дорожка, пацаны, до Манаса. Едем смотреть, проверять, искать. Пацаны, назад надо! Назад надо! Вот он, не, он там видел, пошла дорога. Ей ехать надо. Мы зря сюда. Короче, хорошо, что не спешил. А я снимаю. Газу, пацаны! Охереть. Газу. Вы зачем туда поехали-то? Не, главное, видят грязь и едут все равно. Не, вон там пошла туда низом. Она низом пройдет, и мы сейчас приедем. Это вот он и говорил, сюда не едет. Трое вчера вытаскивали, говорит, отсюда. Антон! По очереди один за колесо! Пацаны, короче, застряли. Пролетели, нам мужик сказал не ездить. Обратно едем, Антон, ну тут проезжай, вот здесь. Да тут отсюда надо выехать для начала. Вот, а тут не проедешь, смотри, с этой стороны справа. Надо обратно, мы там не проедем.
по ходу дела. Также назад уезжайте и все. А нет, вот по кромке вот этой, вот, вот где кромка идет, по траве. Там нормально? Вот тут надо Я не знаю. Туда надо, вниз. Да внизу там вода. Что, прямо не вариант, да? Да там грязь. Хочешь, попробуй? Ух ты! Давай нормально тут, чё вы? Нормально здесь? Хорошая дорога, вот. Да? Да. У тебя же защита, чем ты там ударился? Ты защитой ударился? По-моему, помпой. Да какой помпой? Защитой ты ударился на низ. Ничего не бежит нормально. Не знаю, я объезжал с этой стороны. Давай, что ты, там нормально, да? Нормально, да? Давай. Давай без этого. А надо было ходами проезжать. Во.
Едь вперед. Я посним. Пацаны страдают. Заехать не могут. Упали. О! Твою мать! Класс! О! Погнали! А подожди второго дождаться. Да что думаешь, не заедет? А не, походу не заедет. А типа вон там, да? Все, уже приехали, вот лужа. Лужа. У него что-то не е. Он на камне буксует, и надо сходу заходить камень, а он с камня пытается тронуться. О, второй раз. Ну-ка, подержи. Пойду чё, посмотрю. Контент пропускаешь, ё-моё, так дело не пойдет. Я тоже думаю. А он упадет. Контентик сейчас заснимем. Так, надо его попросить, чтобы он ниже, наверное, съехал. Ну, попросить его, чтобы он еще раз упал. А он, скорее всего, так и... Он, скорее всего, так и сделает. Чё? Не едет?
Давай я заеду. Хочешь? Ух, бляха, мух. Нифига тут пацаны изрыли. Да? Дураки. Или что? Сам поешь? Не-не, мне либо отдохнуть, либо ты поднимись. Не, ты как хочешь, заехать хочешь, нет? Да не-не, я. Сохрани. А, падал, да? О, а у тебя что с карбом, да? У тебя что с карбом? Поднялся сам. Потому что заебался сейчас. А не потому, что озеро далеко. Можно полежать чуть-чуть? Нет? Да вот метр там приляжешь. Мы тебя там постелим даже. Метр проедь и все. Оно прямо вот здесь уже? Вот. Это вот, вот это спуск, это озеро. А, да? Вон снег лежит. Там места-то нету под озеро. Есть там в котловине. Там просто. Но я говорил уже. Вообще красиво. Вот наша банда едет. Бандиты. А где еще два бандита? Опять упали, что ли?
Не говори. Сейчас он мне вставит пилюль. Вот он мой пенечек. Я на нем обедал просто. Слушай, воды вообще нет. Тут воды было вот по этот камень. Не, это вообще фигня. Это все растаяло. Вон снег, видишь, лежит. Можно сходить покупаться в снеге. Снегу. Воды было вот по этот камень, вот по этот пень вода стояла. Так. Да не, они нормально. Все, сломал? Да нет. А что ты ее шатаешь? Ну что, что-то шатается, вот шатаю. Ты это с завода, походу. Ну да, да. Заводские, блядь, люфты. О, штаны, смотри, как вялятся. Сейчас, секунду. Да, да, поехали. Ты думаешь, зачем он в кусты поехал? А я что-то нашел. По-любому у него что-то там есть.
пацанов поснимем, они, наверное, тут эпично скатываться будут. Они как раз приедут. А, не, вот они, смотри. О, видишь, как красиво. Ну так тоже можно. Да что ты, блядь, опять, прикинь, отошла и все. А, постучи. А ты дома не смотрел, кстати, в прошлый раз? Ни хрена не смотрел. О, я думал, ты разобрал. Ты же даже колесо снимал. Оно, блядь, заработало. И ты не поэтому не пошел смотреть, да? Mm-hmm. Не работает? Mm-hmm. Ты посильней. В правый угол бей. Это тут раз, в прошлый раз туда включали. О, блин, я все пропустил с поломкой с этой. Ёбнулся? Не, у него что-то панель отходит. Зажигание. Раз, только слабки заводятся. Постучишь, работает. Не знаешь, что такое? Зажигание. Замок, может, да, вот эти, под замок подтолкни. Проводки. Разъем, на... Разъем пальцами. Разъем, так. Он за фары. На ране. Да включи зажигание сразу. Горит? Нет. Ну так ты едь так, она на ходу. Сейчас заведи слабки, она на ходу у тебя. А, у тебя легко снимается. Так а что тогда? Все фишки передергать и все. О, красота какая. Вот она. Мотак сломался опять у нас. Все, пацаны, поехали. Ёбаный. Не, назад надо. Я что-то... Или вперед. Можешь за колесо дернуть? Я не сюда поехал, бляха-муха. Ждал. Ну да, кстати, как сейчас помню. Я сразу бегаю все. А я вон там проеду. Сейчас проеду, вас сниму. Это. Ты посмотри выключатель. Слышишь?
тут мы где проезжали? А тут вон там проезжали. А здесь не проедем? Давай пробуй, я за тобой.
флешку как раз добить надо. Пацаны, короче, пришли на пещеры. Тут пещера, штольня. А вот он идет. Вот она, речка идет. А тут штольня. Сейчас подымемся туда. Такая тропа. Заехали. Вон машина с мотоками стоит. Тут не прохладно. Да, даже душ будет. Холодно. Давай, давай. Там тебе как это? Комната, да? Ну да, там. Короче, вот такая штольненька. Осталось батареечки на 10%. Освещение, тут все есть. Она короткая, там уже сейчас кончится, прикинь. О, пойдешь туда? Да, она вот тупиковая. Они все тупиковые, они тут какие-то пробы брали. Что-то ставили, они вон они все. Что там налево было? Далеко? Нет, тупик? Нет, там тупики, они все короткие. Да. Ничего не вижу. Шарунка, тихо.